Давай-ка, наверное, это самое, Анют, начинай-ка писать военную прокуратуру, хуенную, во всю хуйню. Я так понимаю, в группе коллективно никто не будет, конечно, писать, да, я так понимаю? Ну, что-то все побаиваются, потому что боятся навредить, наоборот, вам. Ну, а чем навредить? Чем? Убьют, блядь, меня. Ну, то, что мало ли, может быть, там что-нибудь... Ну что, якобы еще вас куда-нибудь там, еще куда-нибудь самую задницу отправят. Хуй, блядь, задницу. Не знаю, почему-то как-то есть там парочку, которые вроде как хотят, а остальные все что-то противятся. Да вообще поебать. Пиши. Ладно. Потому что, ну, блядь, это неправильно, так нельзя с людьми. Конченая часть, где на людей просто похуй. Да, вам вообще вот насчет чего, вот насчет части вам вообще крупно не повезло. Да, да, да. Где на людей просто поебать. И вот мы там были, уже нахуй там давно забыли, там нету никаких списков, там нахуй все повыкидывали уже наверняка, блядь. Уже, блядь, там не знать не знает, кто мы такие, блядь, понимаешь? Тут просто вот... Так что давай, начинай действовать, вот. Пока это пойдет, пока это, знаешь, все, похуй, вот там как раз будет похуй, блядь. Начинай действовать.